жаркие, зимние, свои по-прежнему собирают миллионы. Второй год, как Олимпиада в Сочи завершилась триумфальной победой сборной России, в нашей стране продолжают вспоминать этот успех. Во всех 84 регионах отмечают День зимних видов спорта, а мячи присоединились. В спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова перед началом торжественного открытия пришедших встречали олимпийские чемпионы и участники игр Алексей Тищенко, Яна Романова и Надежда Полеева. Конечно, прежде всего символичен зимой, ассоциируется с лыжными гонками, в первую очередь с биатлоном, так как я являюсь представителем биатлона. У нас в Сибири это достаточно длительный период зима, поэтому приходится любить зиму, любить зимние виды спорта. Ну и всячески способствует тому, чтобы росла популярность зимних видов спорта. Мы пришли с ожиданием праздника, потому что заявленный фестиваль зимних видов спорта – это, наверное, что-то интересное, яркое. Вот оттепель наступила, мы все вышли из дома погулять, и хочется увидеть наши сибирские виды спорта. Конечно, мы пришли сюда с ребятами. Мы привели сюда ребят из подростковых клубов по месту жительства. Первый сюрприз нам очень понравился – с чемпионами сфотографироваться, получить от них автограф для детей, это, конечно, радость, это, конечно, гордость. Я думаю, что многие из них проявят вообще больше интерес к нашему омскому спорту. Получив заветный автограф от именитых спортсменов и сделав пару-тройку снимков на память, зрители заняли места уже на арене СКК. Здесь началась презентация зимних видов спорта, конечно, олимпийских. Первыми на лед выкатились шорт-трекисты, сменили их воспитанники ледового клуба Ирины Родниной. Грациозных фигуристок сменили амбициозные хоккеисты. Юные спортсмены пришли показать, на что они уже способны в свои 8-11 лет. И перенять опыт от ветерана авангарда Николая Мариненко, который, играя в большой хоккей, забросил за команду 231 шайбу. У детей очень горят, конечно, глаза. Я сделал одно упражнение, немножко подразмял, сделал одно упражнение. Сам поучаствовал даже там периодически. Так что очень интересно. От детей задор был большой, конечно. Завершилась праздничная программа Дня зимних олимпийских видов спорта показательными выступлениями кюрлингистов. Зрители смогли понаблюдать за игрой, а самые смелые и включиться в процесс. Желающие вышли на лед и попробовали отправить камень в дом. Я пришел с веселым настроением. Я хотел посмотреть на ледовое шоу. Я попробовал этот шар метнуть. Тяжелый оказался он. Да и непривычно так толкаться. Мы проводим это мероприятие с целью популяризации зимних видов спорта, популяризации олимпийского движения среди учащихся и взрослого населения в том числе, где каждый пришедший может увидеть и попробовать себя, почувствовать, может проникнуться олимпийским движением и принять участие в тех соревнованиях, которые включены в официальную программу Олимпийских игр. В завершении праздника всем пришедшим подарок – час катания на коньках бесплатно. В этом году День зимних олимпийских видов спорта носил символическое название «От Сочи к Рио» и посвятили его участию Олимпийской сборной России в летних играх в Рио-де-Жанейро. Нам остается ждать и верить в то, что они пройдут для нас так же триумфально, как Сочи 2014.